А педагогический коллектив 33-й школы с наступающим праздником поздравил председатель парламента Алексей Мачнев. Это образовательное учреждение играет для него особую роль. Именно здесь он учился. Преподаватели вместе с ребятами подготовили для него подарок. В фойе устроили празднование Масленицы. Ребята сами испекли блины и угостили Алексея Мачнева. Выступая перед коллективом, спикер парламента отметил, что самые дорогие воспоминания человека связаны с детством, с любимой школой и подчеркнул, что его визит накануне праздника не случайен. Алексей Мачнев вручил благодарность своей первой учительнице, ветерану труда Кларе Абаевой и отличнику народного образования Валентине Волоховой. Кроме того, от парламента республики Алексей Мачнев передал школе подарки. Испытываю трепетное волнение, находясь сегодня здесь среди вас. Несмотря на то, что очень много прошло времени, и вижу молодые учителя, но тем не менее, я и сегодня считаю вас всех своими родными. Конечно же, я благодарен учителям. И считаю, что когда мы говорим о будущем, о стране, о развитии республики, страны и так далее, все это делают люди.